Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, у меня золотая лига и 24 ранг. Так, начнем, наверное, мы играть сегодня с ореха в доспехах. Посмотрим, получится у нас или нет. Хочу сегодня добраться до 25 ранга. Поиск соперника, что-то долго, обычно в разы быстрее, друзья мои, должно все это происходить. Так, и мне дают бесячество, да, бесенка, то есть, получается. Ранг у него 21. Ну, окей, в принципе, меня устраивает все. Тут у меня есть и первый ход, и второй, и даже третий. То, что нужно. Так, ну что, давай, бесенок. Выставляй что-нибудь. Ага, вот так вот ты начал, да? Ты решил все-таки ниндзю позвать. Окей. Так, у нас есть мина, у нас есть собачка, если что. Кукурузная. Даже вот что есть у нас. Парнишка задумался, интересно, почему? Ну, это если я так сделаю. Сейчас будет, наверное, что-то выставлять. Нет, он просто наносит 2 единицы урона. Окей. Так, мне выпал защитник. А вот это вот не надо. Кто там у тебя? О, как хорошо-то. Значит, он решил все-таки на могилках, да, сыграть. Это не есть хорошо, на самом деле. Так, еще одна мина у меня. Задумался почему-то он. Ну, давай я вот так вот сделаю. О, кто у него здесь? Ну, ему тоже крышка, ребята, сразу же. 3. И вот сейчас мы еще. Бамс, все, доуделался. А вот дальше будет сложнее немножко. Ягода. Куда мы поставим ягоду? Можем, в принципе, впереди ореха влепить. О, даже как. Вот так вот он, ребята, делает. Хорошо. Предположим. Давай я поставлю сюда ягоду. Да и все пока. Кто там у тебя вылупится, интересно мне знать. О, ну давай, выставляй растение сюда. Кого он там посадит мне? О, фасольку, отлично, ребята. Сейчас мы этого уничтожим фасолькой. Ягода наша, естественно, прокачается чуть-чуть. 7-6. Я считаю, что это круто. Ждем дальнейшего действия. Опа, танцор. Вот так. И вот так. Что мы можем с тобой сделать? Можем раздавить вот этого вот танцора, да? А можем уничтожить. Вот таким вот образом. Давай посмотрим. У него еще одна единица энергии есть, ребята. Он может что-нибудь противное замутить. Кровожадность, например, да? По-моему, есть же у него. Прячет в надгробие. Это тебе уже не поможет, парень. Так, ну этот будет сейчас бомбить, да? 11 урона мы можем нанести в следующем ходу. Так, ну что, здесь можно сделать вот таким вот образом. Прокачивает. А ты в курсе, что это фигня полная? Что там прокачкой своей занимаешься? На! Сейчас двух бесят, да, вызовет? Естественно, ребят. Один еще даже навредит, если сейчас сюда встанет. А нет, вон куда он влепился. На! Все, ребят. Выиграли мы здесь бесячество.
довольно неплохо. Так, ну что, будем продолжать играть, да, за орех? Пока не проиграет, мы обычно так с собой делаем. И против... Ох, ё-моё, заморозок собственной персоны, друзья. С ним надо быть аккуратным. Нет, ну хватит, хватит. Да что ж ты делаешь-то? Эй! Да блин! Ну это, ребят, трындец. Я вот проиграю только из-за того, что вот такая вот у меня рука изначально. Ну ты посмотри, у меня нету, даже я никого не могу поставить. Могилоед, ну я не уверен, что он будет могилки сейчас вызывать. Хотя... Если он выставляет надгробие, ребята. Хм. Если он выставляет надгробие, то, скорее всего, он будет выставлять могилки. И это, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, не очень. Блин, ты посмотри, что мне надавали. А вся мелочь у меня остается там, позади, да? К финалу игры у меня останется мелочь. Орех. Никто пока... Вот, первая могилка пошла, да? А мы с тобой сделаем вот так. Видишь, кто у него здесь? Хопа. Ну что же. А, он делает рикошет. Окей. Рикошет он потратил, да? Потратил. Все, сейчас мы ему, ребята, испортим всю малину. Свои шип поставил лужайкой. О, о, смотри, что делает. Ха, такой довольный. Такой довольный. Так, ну что? Бесята, да, у тебя, значит? Так, ну этого мы однозначно уничтожаем. Это я пока тратить не буду, ребят. Так, мы получаем 5 в лицо. Тоже не очень хорошо, конечно. Груша выпала. Что мы можем с тобой здесь замутить? Ну давай я сделаю, наверное... Вот так. И хильнемся. Отлично. Так, груша. Ну, груша, естественно, ребят, погибнет. Может быть, даже он сейчас ее подобьет. Он не знает, что он будет делать. Так, это мы пока прибережем. У него может быть бонусная атака, насколько мы знаем, да? Но мы можем раздавить этого бесенка мелкого грушей. Можем. Да, можем раздавить. Все зависит от того, кого он будет сейчас выставлять. Защитника нет смысла нам ставить с тобой. Так, ну что, давим, да, этого партизана. Вот таким вот образом. И... Да и пока все, ребят. Пускай он строчит. Что он делает? Заморозку. Вот как. Заморозил грушу. Ладно. Так, все растения получают минус один, минус один. Рядышком стоит почему-то. Для меня пока непонятно, почему он поставил именно сюда. Ну, видимо, мы с тобой сейчас узнаем, почему он не стал вот менять. Ага. Теперь настало время для могилоеда. Ага, рикошетик у него стоял там. У него там стоял рикошетик. Ну, что если я вот так сделаю, а, ребят? Так. И вот так. Нет, не будем пока с тобой фонтанчик этот живительный тратить. Он достался своей заморозкой, а? Смотри, что делает. Он замораживает, замораживает, замораживает мне постоянно эту грушу. Опа, у нас два защитника, ребята.
Скорее всего, будем с тобой выставлять. Так, я тебя понял, парень. Но этого мы уничтожим. Даже так сделано, да? Хорошо. Этого убираем. А сюда... сюда мы поставим, наверное... орех? Давай так, посмотрим. Да на ты получи. Кто у тебя там вылупится, сейчас посмотрим. Ой, ниндзя мелкий. Ты ерунда, ребят. Здоровье у нас с ним одинаково. 13 на 13. Вызвал йети уже от безвыходности, да? Понятно. Сейчас посмотрим, что он тут навызывает. Ничегошеньки, да, не стал делать. Так, мне бы, конечно, уничтожить бы его на самом-то деле. Давай я, наверное, сделаю... Погоди-ка. Хотя да, или блин. Ладно, я сделаю вот так. И, наверное... И, наверное, вот так. Все-таки это оптимальней. Не забывай, что он может заморозить всех на земле. Но он делает рикошет груши. Угу, тут уничтожает. И это все, что он смог сделать, да? Так, у него срабатывает потом защита. Ну да, да, да. Тебя это не спасет, наверное. А может быть спасет, фиг его знает. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Если что, я, наверное, хильнусь. Мне придется это сделать. Так, ставим сюда защитника. И плюс ко всему сделаем, наверное, вот так. Кто у него там, я не знаю, ребята. О! Свиристели. Окей. У него одна карта. И я так понимаю, что она беспонтовая, да? Так, мы начинаем с тобой потихонечку отхиливаться. Что у него еще в рукаве против меня припасено? Я не знаю пока. Теперь вижу. Замбота, да, припрятал? Ну что же, гаденыш. Давай тогда поговорим немножко по-другому. Сюда ставим. Так, дальше мы с тобой сделаем вот так вот. Поехали. Так, ну этого, конечно, нам уничтожить сейчас, понятное дело, ребята. Что у нас тут есть, ребята? Супер наш грибок. Короче, чувак допрыгался. Взрываем к ядрине фени здесь все. И выставим с тобой ромашку сюда. А здесь вот так вот сделаем. Так, ну понятно, у него сейчас срабатывает защита. Первая, кстати. Заморозка всех растений на земле. 100% это у него есть. Ну, давай я сюда поставлю шипы. К примеру, да? Ну и сделаем вот так с тобой. Чё там? Кровожадность и прочерк? Да ради бога.
Давай влупляем. Итого у него остается 6 хп. ребята. Ну что, все, крышка тебе, парень. А, заморозка у тебя есть. Ну и кого ты заморозишь? Любого замораживай, любого. Ну все, тогда тебе крышка. Поехали. Так, и... А, защита у тебя, гаденыш, да? У тебя защита сейчас работает. Смотри-ка, а? Уничтожил. Ну и все. Все, ребята. Этого мы с тобой давим. Здесь выставляем орех. Сейчас нам еще что-то здесь выпадет. Ух ты, арахис. Его, естественно, тоже сюда поставим. Ну и кто там у тебя? Ну все, ему крышка, скорее всего. 2 единицы урона нужно нанести. А, заморозка всех растений на земле. Выкрутился, да, скажем так. Сейчас ему 2 единицы урона нужно. Но... Все, крышка. Тинь. Доигрался. Заморозк доигрался, друзья мои. Так, ну что? Еще 2 звездочки получаем. И нам нужно еще одну победу с тобой сделать, да? Получается. Так, ребят, ну что? Поехали еще. Поединочек сделаем. Пока орех не проиграл, мы играем именно за него. 20-й ранг против меня выступает. Давай посмотрим, насколько хорош он будет. Так, ну здесь мы вот этого уберем, наверное, да, с тобой. Оставим пока, наверное, орех. В принципе, меня все устраивает. Второй ход есть, слава богу. Опа, он делает шаманство, да? 3 карт. Повезло, что у тебя такое было сразу же в руке, гаденыш ты этакий. Ну, давай смотреть, что он сейчас будет выставлять. Ребят, не знаю, кто у него здесь. Угу. Так, ну что, обмен? Дальше-то что у нас? Хм, 3 ананаса. Ага, вот как он решил. Так, пропускаем ход. Смотри, что творит, а. Так, в кого он превратится? Или это не та? Нет, та, ребят. О, 4-4. Ну что, его бомбим, ребята, сразу же тут не обсуждается. Блин, ландшафт этот надо менять. Ага, размещает зомби-астронавта. Так, ну что, посмотрим, в кого он сейчас превратится здесь. У нас с тобой еще есть ананас. О, йети. Ну что ж, допустим. Допустим, пускай у него здесь будет йети. Мы поставим с тобой вот так вот. Ох ты, антигерой, ребята. А вот это плохо. Зомби получает 1+1. Да мне не страшно. Я надеюсь только на одно, чтобы сработала защита. Фиг там. Защита, к сожалению, не сработала, друзья. Хм. Что? Да ладно. Успокойся ты, парень. Сделаем с тобой тогда, наверное, вот так вот. Колокольчик, блин, зачем он мне здесь нужен? Скажи мне на милость. А давай я, наверное, вот так вот сделаю. Хочу просто посмотреть. У него 3 энергии, он сейчас может что-нибудь, ребята, замутить. Нанести, например, 2 единицы урона. Надеюсь, что сейчас сработает защита. Спасибо большое. Так, неуязвимка мне пригодится. Где у меня... Ага, сейчас посмотрим, кого он сейчас поставит здесь. Хм, интересно, никого не стал. Никого не стал ставить. Давай поставим с тобой орех сюда тогда. И колокольчик. Колокольчик.
Давай я поставлю колокольчик, фиг с ним. Он размещает опять своего астронавта. Нахапал, да, значит? Пускай транжирит. Ребят, пока ничего страшного здесь нету. Шаманство двух способностей. Поехали. Мне бы таку где-то найти. Вот оно бы мне не помешало. В кого он превращается? Ага, понятно. Плюс ниндзя, да? Ну что? Делаем с тобой защиту, это раз. Так-с, и поставим. Ну давай я сделаю вот так вот. И вот так. Ох, ё-моё, что мне здесь выпало, ребята. Давай посмотрим. Угу. Надгробие плюс вытягивание двух карт. Прокачал, молодец. Поехали. Что он там, что у него за карта? Не знаю, ребята. Все? Давай, давай, прокачивай, прокачивай этого хламона своего. Да, явился, не запылился. Так, ну что, ребята, с этим как разобраться можно? Мне надо будет защитника поставить сюда, да, получается? Получается, что защитника. Хорошо, я ставлю защитника здесь. Так, и хиляемся. Поехали. Так, берет энергию дополнительную. Ну ладно, фиг с ним, пускай. Так, по одному каждому наносит урон. Угу. Так, этого убиваем. Отлично. Неуязвимочка, да, у нас с тобой есть. Ох ты, ох ты, ох ты. Кто тут появился, ты посмотри. И эти. Так, ну что мы с тобой можем сделать? Можем уничтожить этого йети, да? Давай сделаем вот так вот. Плюс мы сделаем с тобой вот так. Ну и, пожалуй-ка, наверное, мы сделаем с тобой вот так. Посмотрим, посмотрим, что он тут дальше будет делать. Так, размещает подтанцовщиков двух. Ну, естественно. О, даже безумие. И все? Ох, парень, сейчас мы тебе тут. Ну давай, давай, давай. Давай, прокачивайся, прокачивайся. Все на этом? Так, понеслась, короче, ребят. Да какого лешего у него защита-то сработала, блин? Вот объясни мне вот это вот, с какого перепуга у него сработала защита? Создает случайного зомби. Ну создавай. Тебя умоляю. На. Так, ну что, бомбим. Все, ударил, молодец. Теперь я сделаю вот так вот. Размещай, размещай своего астронавта здесь. Ему крышка, естественно, ребят. Так, мы еще два в лицо ему наносим. Отлично. Так, так, у нам выпало то, что нужно мне. Все, он сдался, друзья мои.
Ну что, орех работает, не покладая рук. И, как я тебе обещал, мы с тобой попадаем на 25-й ранг. Ну что, дорогие друзья, на этом пока будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!